на баре будь немного поскромнее и потише, если вам не сложно. Вы немного мешаете своим клиентам слушать музыку. Спасибо большое. Относительно той песни, которая сейчас была, был прекрасный комментарий, знаете, ну как бы если поэтом не сильно считаю, но за этот вот стих мне не стыдно, как бы, его даже стихом вспомнила, да? Прекрасный был комментарий в интернете, кто-то там где-то его укладывал, все такое. И... Да, вот стихотворение типа прикольно, но девка петь не умеет вообще. Я вообще городах жалуюсь, но он, видимо, ничего другого не послушал, я же его не пою, я же его читаю. Вот. Да, следующая песня «Весна». Должна быть.